Девочки, всем привет, дорогие мои! Сегодня хочу показать вам, как вяжется вот такое сердечко. Его можно использовать как элементы ирландского кружева, как декорацию или, может быть, как украшение на елку. Пряжу я использовала от производителя Camtex, называется Dendy, в 50 граммах 330 метров. Это 100% импортный мерсеризованный длинноволокнистый хлопок. Так, и цвет 044, номер 044. Крючок 1 мм. Набираю 4 воздушных петли. Раз, два, три, четыре. И теперь вот эти петельки нужно соединить в колечко. В последнюю петлю от крючка, вот она, вкалываю крючок и вытягиваю ниточку через одну петельку и через ту петлю, которая на крючке. И вот у меня образовалось колечко. Далее 3 воздушных петли подъема. Раз, два, три. И теперь в серединку этого колечка, вот ищем серединку, будем вязать еще 2 столбика с накидом с одной вершиной. Вкалываю крючок в серединку. Вяжу столбик с накидом не до конца. Один. Опять накид на крючок. Столбик с накидом не до конца. Второй. Вот у меня 3 петли на крючке. Вместе с петлями подъема, вот эти 3 петельки, они считаются как один столбик. Вот эти 3 петельки провязываю вместе. Дальше 5 воздушных петель. Раз, два, три, четыре, пять. И в колечко буду вязать вот такой вот столбик. 3 столбика с одной вершиной. Накид на крючок. Первый столбик провязываю не до конца. Накид на крючок. Второй столбик. Накид и третий. Теперь у меня 4 петельки на крючке. Я их провязываю вместе. 5 воздушных петель. И повторяем таких вот столбиков. Из 3 столбиков с одной вершиной должно быть 6. 2 мы связали и продолжаем вязать накид на крючок в серединку. Первый столбик с накидом не до конца. Второй столбик не до конца. И третий столбик не до конца. Теперь все петельки провязываем вместе. 5 воздушных петель и повторяем. Еще нужно связать вот таких 3 столбика и между ними 5 воздушных петель. В конце я вяжу 5 воздушных петель. Раз, два, три, четыре, пять. И делаю соединительную петельку в начало ряда, вот сюда, в вершинку вот этого столбика, который мы с вами связали. Вот таким образом я соединила вязание. И теперь вяжем следующий ряд. Дальше у меня идет цепочка из 5 воздушных петель. Я под нее завожу крючок и вытягиваю рабочую ниточку. Я сделала соединительную петельку. Дальше 3 воздушных петли подъема. И вот под эту цепочку буду вязать еще 6 столбиков с накидом. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 столбиков с накидом я связала, и вместе с петлями подъема, вот они первые, получается 7 столбиков. 3 воздушных петли подъема заменяют 1 столбик с накидом. Далее 1 воздушная петля, и перехожу под следующую цепочку из 5 воздушных петель, и вяжу сюда 7 столбиков с накидом. И в каждую вот эту арочку будем вязать по 7 столбиков с накидом. Накид на крючок и 7 столбиков с накидом. Раз, два, три, четыре,
5, 6, 7. Одна воздушная петля. Перехожу на следующую арочку и так далее по кругу. Так, довязала последнюю арочку. Одна воздушная петля. Делаю соединительную петельку в начало ряда в третью воздушную петлю подъема. Вот такой кружочек получился. Это был второй ряд. Следующий ряд третий. 3 воздушных петли подъема. Пропускаю один столбик следующий и в следующий столбик без накида. 3 воздушных петли. Пропускаю столбик в следующий столбик без накида. 1, 2, 3. Пропускаю столбик в следующий столбик без накида. И вот так вот обвязываем арочками из 3 воздушных петель полностью круг. Вот таких арочек после того, как вы свяжете до конца ряд, должно быть 23. Так, и вот здесь хочу вам показать. Вот мы с вами связали 7 столбиков. И у нас идет одна воздушная петелька. Здесь 1, 2, 3. И эту воздушную петельку пропускаем. И столбик без накида. То есть также продолжаем вязать арочки. Там, где одна воздушная петля, мы ее пропускаем. 1, 2, 3. Столбик. Пропускаем в следующий столбик без накида. 1, 2, 3. Пропускаем столбик без накида. 1, 2, 3. Пропускаем столбик без накида. Вот мы опять дошли до одной воздушной петельки. Вот она. Вяжем 3 воздушных петли. Пропускаем эту воздушную петельку и в столбик, в следующий столбик без накида. Довязали ряд до конца. Вот я связала последнюю арочку, 23-ю. И у меня осталась одна воздушная петелька. Сюда я ничего не вяжу. То есть 23 арочки. Пересчитали. Далее я вот, как бы делаю соединительную петельку под эту воздушную петлю. Вот так. Вот. Следующий 4-й ряд. 3 воздушных петли. И вяжем под первую арочку столбик с накидом. Накид на крючок, под первую арку столбик с накидом. Далее 3 воздушных петли, 2 накида на крючок, под следующую арочку вяжем столбик с 2 накидами. 3 воздушных петли, под следующую арочку столбик с 3 накидами. 3 накида на крючок и под следующую арочку вяжем столбик с 3 накидами. 3 воздушных петли, 3 накида на крючок и сюда же столбик с 3 накидами. То есть под эту арочку мы вяжем 2 столбика с 3 накидами и между ними 3 воздушных петельки. Дальше 3 воздушных петли. Два накида на крючок, под следующую арочку вяжем столбик с 2 накидами. 3 воздушных петли. И сюда же под эту же арочку столбик с 1 накидом. 3 воздушных петли. Под следующую арочку столбик с 1 накидом. 3 воздушных петли. Под следующую арочку полустолбик с накидом. Накид на крючок. Под арочку вытягиваю рабочую нить и провязываю сразу же все петельки. 2 воздушных петли. Под следующую арочку полустолбик с накидом. Вытягиваю рабочую нить и сразу же провязываю все петли. 1, 2. Опять накид и полустолбик с накидом.
И таких столбиков должно быть 6. Раз, вот давайте посчитаем. Раз, два, три. 2 воздушных петли под следующую арочку полустолбик. 4. Раз, два, 5. Раз, два, 6. Далее, раз, два, под следующую арочку столбик с накидом, 3 воздушных петли и сюда же столбик с накидом. Вот мы с вами связали одну сторону сердечка. И дальше продолжаем вязать в обратном направлении, точно так же, как и здесь. 2 воздушных петли. И вяжем 6 полустолбиков с накидом. Накид на крючок, в следующую арочку первый столбик, полустолбик, 1, 2, 2 воздушных петли, второй полустолбик, 1, 2, 3, 1, 2, 4, 1, 2, 5, 1, 2, 6. Так, 6 полустолбиков связали, между ними по 2 воздушных петельки. Далее 3 воздушных петли. Под следующую арочку столбик с накидом. 3 воздушных петли. Под следующую арочку столбик с накидом. 3 воздушных петли и сюда же столбик с 2 накидами. 2 накида на крючок и под эту же арочку столбик с 2 накидами. 3 воздушных петли. Под следующую арочку вяжем 2 столбика с 3 накидами. Делаю 3 накида на крючок и под арочку первый столбик с 3 накидами. Далее 1, 2, 3, 3 накида на крючок, сюда же второй столбик с 3 накидами, 3 воздушных петли, под следующую арочку столбик с 2 накидами, 3 воздушных петли и в подпоследнюю арочку столбик с 1 накидом. 3 воздушных петли. Заканчиваем вязать ряд и делаем соединительную петельку вот в начало ряда в первую воздушную петельку. Следующий ряд 5. 3 воздушных петли подъема. 1, 2, 3. Пропускаю вот это место, первую арочку, и под следующую столбик без накида. 3 воздушных петли, под следующую арочку столбик без накида. 3 воздушных петли, столбик без накида. Далее 4 воздушных петельки. Ориентируемся вот на столбике с 3 накидами. Вот здесь, когда мы между ними вяжем 4 воздушных петли, под следующую арочку столбик без накида. Дальше 4 раза по 3 воздушных петельки. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Это второй раз. 1, 2, 3. Третий раз. 1, 2, 3. Четвертый раз. 4 арочки по 3 воздушных петли. И дальше будем вязать арочки из 2 воздушных петель.
6 арочек из 2 воздушных петель. 1, 2, столбик без накида. 1, 2, столбик без накида. Это второй. Дальше 3 арочка. 4. 5. И вот мы с вами переходим на серединку. Ориентируемся. У нас здесь 2 столбика под 1 арочку. Так, и это получается арочка 6 из 2 воздушных петель. Далее 3 воздушных петли. И сюда же, под эту же арочку, столбик без накида. Вот у нас как бы серединка получилась, уголочек вот он. Далее в обратном направлении вяжем точно так же. 6 раз по 2 воздушных петли. 1, 2. 1, 2, 3. 4, 5, 6. 6 раз связали по 2 воздушных петельки. Далее 3 раза вяжем 3 воздушных петли. 4 раза, прошу прощения. 1, 2, 3. Столбик без накида. 1, 2, 3. Столбик без накида, это 2, 3, 1, 2, 3, 4, 4 воздушных петли. Мы с вами переходим на серединку 2 столбиков с 3 накидами. Далее 1, 2, 3, столбик без накида. 1, 2, 3, столбик без накида. То есть после вот этих 4 воздушных петель у нас идут 2 арочки из 3 воздушных петель. Далее 1, 2, 3. И делаем соединительную петельку в серединку, вот сюда, откуда мы начинали с вами вязание. Вяжем следующий 6 ряд, и он будет последний. Я делаю соединительную петельку под первую арочку, точнее под первые воздушные петельки. Далее 3 воздушных петли. И сюда же еще 2 столбика с одной вершиной. Накид на крючок, первый столбик. Дальше накид на крючок, второй столбик. 3 петельки на крючке, провязываю вместе. Далее под следующую арочку столбик без накида. 1, 2, 3, 3 воздушных петли. Сюда же 2 столбика, не до конца, с одной вершиной. Провязала. И под следующую арочку столбик без накида. 1, 2, 3. 1, 2. Провязываю вместе. 1, 2, 3. Так вяжем до конца. Довязываю сердечко до конца, и вот у меня остался последний вяжок. 1, 2, 3. Под последнюю арочку вяжу еще 2 столбика с накидом. Провязываю все петли вместе и соединяю с началом ряда. Просто вытягиваю рабочую нить через петельку. Закрепляю ее, обрезаю, и хвостик нужно спрятать. Так, с изнаночной стороны
подхватываю хвостик и прячу его в вязание. Лишнее обрезаю. Такое замечательное сердечко готово.